Говорят, что лето – это маленькая жизнь, точно так же, как и танго – это и страсть, это и чувства, веренные движением. Ну а что мы можем сказать о танго? По сравнению с нашим гостем, друзья, просто ничего. У нас сегодня в гостях человек, который и есть танго – Даниэль Гарсия, известный по всему миру как Эль Флако Дани, мировая икона танца. Также у нас сегодня в гостях Мария Афонина, ученица школы аргентинского танго. И сегодня мы хотим сказать, что мы очень рады вас видеть в нашей студии. Действительно, такая легенда. И хочется узнать, с какой целью вы приехали к нам в Кишинев. Principalmente tuve la oportunidad que me invitara esta chica Татьяна. В основном говорит, что ему повезло, что его пригласила Татьяна из танго Аргентины Кишинев. Que tiene una escuela de tango. У которой есть школа танго. Entonces me invitó a dar una clase a los alumnos acá en Moldova. И она пригласила его дать класс для учеников здесь, в Молдове. Porque para un argentino es un gusto poder desarrollar, estirar el tango en todos los países. Для аргентинца, аргентинцу доставляет большое удовольствие преподавать танго во всех странах мира. Hasta el día de hoy son 70 países que llevo. И до сегодняшнего дня я уже побывал в 70 странах. 60 años bailando. 60 лет я танцую. Y lo que le agradezco al tango inmensamente, muy importante, no el money, el dinero. И то, за что я благодарен танго очень сильно, это не деньги, sino las culturas de diferentes países, а культура разных стран, que me ha dado el tango para conocer, которую танго позволило мне узнать. Países con problemas, países sin problemas. Страны с проблемами, страны без проблем. Надеемся, que uno dentro de los países que estuvo, что одна из стран, в которых я был, algunos con problemas políticos, otros в одних sin есть политические проблемы, в других нет. Entonces esperamos que el día de mañana se pueda solucionar eso y que el país, el mundo esté en paz. Что надеемся, что в один из завтрашних дней это можно будет решить и мир будет в мире. И, по крайней мере, танго объединяет всех людей из всех стран мира. Sí, да. Sí. Вот мы знаем о том, что вы танцуете с 14 лет. А как так получилось, что решили получить образование инженера? И dice que tú has empezado a bailar teniendo 14 años. Y te pregunta, ¿cómo ha sucedido que empezaste a estudiar ingeniería? Yo, sí, bueno. Eso no lo sabía. Sí, claro. Terminé mis estudios. Estudiaba. Pero de muy chico, mi madre, mi padre, iban a bailar. Он закончил учебу, да? Но когда он был мальчиком, его родители ходили танцевать. No profesionalmente. Не профессионально. En esos años, 50, 55, esos años, mucho trabajo en Argentina, gente que trabajaba. В те годы, 50-е, 55-е, очень многие люди в Аргентине работали. Mi padre ingeniero, отец был инженером. Mi madre también trabajaba. Его мать работала. Entonces se trabajaba de lunes a viernes. С понедельника до пятницы. И они, наверное, я прошу прощения, что перебила, они, наверное, думали, что танцами невозможно заработать деньги. Probablemente ellos no pensaban que se puede ganar la vida con el baile. No, no, porque tenían su profesión ellos. Нет, потому что просто у них были свои профессии. Y el único día que ellos podían salir a distraerse un poco era un día sábado. Единственный день, когда они могли выйти куда-то и немножко развлечься, это была суббота. Entonces, cuando iban a bailar, yo tengo un hermano, que es menor que yo, nos dejaban con la bonica, con la abuela, ¿no? Con la bonica. И когда они выходили танцевать, они оставляли Дани с его младшим братом, с бабушкой. Entonces, como yo sabía que si iban a bailar, ¿no? Me ponía a llorar. ¿Cómo te ponías? A llorar. A llorar. И он знал, что они шли танцевать, и потом начинал плакать. Tenía 8 años, 9 años. Ему было 8-9 лет. Entonces мама decía... И мама его успокаивала так. Y se quedaban hasta que mi hermano se quedaba dormido.
И они оставались, пока его младший брат не засыпал. Entonces, me levantaban, me vestían y me llevaban con ellos. А его поднимали, одевали и брали с собой. И отправляли тоже на танго. Брали с собой. Хотелось бы спросить, вот сейчас уже более 60 лет протанцевав танго, может ли он ответить на вопрос, что такое танго для него? Дай свое определение. Te preguntan si después de bailar ya más de 60 años tango, si puedes definir el tango con tus propias palabras. Это то, на что можно ответить без слов. Sí, que no vale la pena decir cosas que... Es todo, es todo. Это все, говорю. Porque me dio mucho el tango. Me dio mucho. Ему дала танго очень много. Pero me sacó mucho también. Но также и много забрала. Porque el bailarín de... El bailarín... Tener una pareja es algo medio complicado. Pareja de vida. Потому что для танцора иметь пару по жизни, то есть партнера в жизни, очень сложно. Средне сложно. Porque cuando me hice profesional, mejor dicho, terminé en los estudios. Yo terminé los estudios, yo soy ingeniero naval. Soy ingeniero naval, que era el gusto de mis padres de que le dieran diploma. ¿No? Он закончил свою учебу, получил диплом морского инженера, что порадовало его родителей, он мог им показать диплом. Родители успокоились, можно дальше. Если consolaron tus padres con esto, claro, entonces dijeron, ahora haz lo que vos quieras. И потом сказали, теперь можешь делать то, что хочешь. Trabajé durante un año de ingeniero. И он работал год инженером. Era muy bueno. Очень хорошо. Era muy bueno y lamentaron mucho cuando yo me retiré de la compañía por, bueno, sin fin de ideas que yo tenía sobre ingeniería naval, que era muy importante. Era muy bueno. Было очень много идей насчет морской инженерии. То есть ему нравилось очень работать. Но в какой момент понял, что все-таки необходимо прекратить эту деятельность? Pero cuando y por qué lo dejaste? Entendiste que lo tienes que dejar. Por el tango. Из-за танго. А мы знаем также, что Эль Фалкадани ставил танец Аль Пачино в фильме «Запах женщины». Как это происходило? Расскажите нам. Sabemos también que has hecho el baile, has ayudado a Аль Пачино para la película «El perfume de la mujer». «Perfume de mujer», sí. «Perfume de mujer». Bueno, tuve ¿cómo? Oportunidad de que estando... En Estados Unidos estuve bailando durante 6 años en Las Vegas, en Forever Tango. Мне повезло, я был в Соединенных Штатах в течение 6 лет, танцевал. Bueno, me llamó un productor para esa película, para darle clase a Al Pacino. И ему позвонил продюсер этого фильма, чтобы преподавать Аль Пачино. Que fue muy buen money. И это было очень хорошо оплачивалось. Pero lo más agradable fue... tener la amistad de él. Но самым приятным было, конечно, подружиться. Работа с Аль Пачино. Аль Пачино способный танцор. Que si Аль Пачино es un dotado, un bailarín dotado. No. Fueron secuencias de 4 o 5 pasos, no, nada más. Была последовательность 4-5 шагов. Pero tiene una personalidad que es... Но его личность это... Es una persona muy... Que uno llega a quererla pronto. Такой человек, которого очень быстро... Которого очень быстро можно полюбить. Какой он вообще в жизни? Como está en la vida, Al Pacino? Bueno, su vida particular. Его личная жизнь? No, pero... Мы не будем обсуждать. Секрет убрать. Una persona de una gran cultura, una gran inteligencia. Очень образованный и умный человек. Es una persona que se pone a leer un libreto de una película y... Seguida. Человек, который только начинает читать сценарий, скрипт, да, сценарий фильма и уже сразу понимает, схватывает. Очень образованный и
видно прямо по манерам. Кстати, вот научив танцевать Аль Пачино, может ли он сказать, научить танцевать вообще можно любого человека? Или все-таки для того, чтобы уметь танцевать, надо родиться танцором? Que después de trabajar con Al Pacino y en general, si puedes decir, si se puede enseñar a bailar cualquier persona. Sí. Eso está en la persona, el gusto que tenga, porque el tango no es una cosa difícil. Это не сложная вещь. Танго это не сложная вещь. Como tú que estudiaste periodismo, una suposición, ¿no? Как вы учили журналистику. Sí. Да. Lleva todo y no, es de poner un poco de atención. Просто надо быть внимательным. En el tango lo más importante. В танго самое важное. Es llevar la musicalidad de lo que está bailando. Держать музыкальность того, что танцуется, поддерживать. Porque uno puede bailar mucho, pero si no lleva la música. Потому что можно танцевать много, да, но если ты не в музыку это делаешь. Es como si a una bailarina de ballet le pusiéramos un rock and roll. No. Даже сидя на диване. Если una bailarina de ballet? Le pusieras un rock and roll, no es. А donde le pusieron? Una grabación rock and roll. А, это как если поставить балерине рок-н-ролл, да. То есть она делает одни движения, а музыка другая. No es la música para ella. La colación de lo que me preguntaron antes, К тому, что вы раньше спросили. Porque el tango me dio tanto y me sacó mucho. Почему танго дало ему столько и забрало? Por ejemplo, eso que estoy viajando ahora hace un año y seis meses que ando por el mundo. Например, что сейчас я путешествую по миру un año y seis meses. Que salí de Buenos Aires. Que saliste de Buenos Aires. Que estoy viajando. Выехал из Buenos Aires год и шесть месяцев назад и путешествую. Japón. China, Япония, Китай, Дубай, Индонезия, Алемания, Москва, Санкт-Петербург, Германия, Москва, Санкт-Петербург, Испания, Франция, Италия. В завершении нашей беседы хотелось бы спросить, вы путешествуете по разным странам, объездили практически весь мир. Как вы считаете, аргентинская танго по-прежнему самая лучшая в мире? Y al final de nuestra conversación te pregunta que has visto muchos países y muchas culturas y si piensas que el tango es el tango argentino es el mejor del mundo. Bueno, no hay que olvidarse que el tango nació en África. Tango родилось в Африке. O sea, la musicalidad. То есть музыкальность. En su principio era tango. Y вначале было танго. Tango es una palabra africana. Это африканское слово. Yo estuve en Zanzíbar, Los Ríos, conozco bastante África, ¿no? То есть un tambú y знает немножко Африку. Y llegó a Alemania y se dio el nombre de tango. И оно пришло сначала в Германию и получило имя танго. Que el tango se desarrolló tanto hace 20 años a esta parte. Оно развилось 20 лет назад где-то в этой части. Que es impresionante el tango donde después uno dice Moldova, África, Alaska. Что на самом деле поразительно, что вот Канада. Танго существует в Молдове, на Аляске, в Африке, в Канаде. Спасибо вам огромное за такую душевную беседу. Нам очень понравилось это общение. El agradecido soy yo de hacer esta invitación que me hicieron. Ему очень приятно за это приглашение, которое мы сделали. Y el mayor agrado mío como argentino. И самое большое удовольствие мне как аргентинцу. Me gustaría que ustedes bailaran tango. Мне бы хотелось, чтобы вы танцевали танго. Porque difícil no es. Это не сложно. A veces muchas entrevistas uno se deriva a veces de las conversaciones del tango, ¿no? Pero во многих интервью ведутся разговоры о танго. Y no terminé la explicación anterior que daba de por qué el tango me sacó mucho. Я не закончил объяснять, почему танго очень много забрало.
Yo, por ejemplo, de haber tenido una pareja, yo hace un año que estoy viajando, y a mi mujer la dejé en Buenos Aires hace un año. А свою жену он оставил год назад в Буэнос-Айресе, и сам путешествует. То есть почему ему сложно? Entonces el bailarín profesional, no todos. Профессиональный танцор не все, но hay bailarines que sí viajan con su señora. И есть танцоры, которые путешествуют со своей парой, да, то есть со своей женой. Да. Nunca me casé, jamás me casé. Я никогда не женился. No soy mamero de estar con mamá, no. De ser de estar siempre con mamita. Но я и не маминкин сынок. Pero en cada puerto un amor, así que. Но в каждом порту у меня есть. Не узнали мы какие-то подробности личной жизни Аль Пачино, но узнали подробности личной жизни Аль Пачино. No te lo puedo traer, Аль Пачино. Не могу тебе его Аль Пачино. Я думаю, что тут мы могли бы общаться еще несколько часов напролет легко. Así que podríamos hablar horas, horas y horas. Ну что, дорогие друзья, от такого горячего танца, как танго, и от такой приятной беседы мы переключаемся на хорошую музыку, после чего огромное количество интересной информации в нашем эфире, все это вас ждет.